Получать подарки всегда приятно, особенно если их сделали дети. Солдаты с большой теплотой относятся к таким сувенирам, признается Анатолий Катков. Участник специальной военной операции после ранения проходит лечение на родине и вместе со своими детьми, 10-летней Софьей и 8-летним Георгием, посещает многие благотворительные акции. Самая важная здесь мысль та, что ты не забыт, не одинок, что сидя в том же, ну, в окопах особых условий, скажем так, благоприятных для проживания нет. И, конечно, вот это тепло, вот эта забота, тем более детский, сделан детскими руками, она, да, конечно, важна, крайне важно, что там говорить. Да, очень важно. Я желаю, чтобы папа... Ну, чтобы папа поскорее встал на ноги, чтобы ему не помогали костыли, чтобы он почаще к нам приезжал, потому что он дольше у себя там, в этом санатории. Мероприятие для детей военнослужащих было организовано по инициативе руководителей Комитета по развитию и поддержке семейного предпринимательства Марины и Сергея Коняхиных, одного из направлений торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа. Всегда участвуем и в неделе благотворительности. Мы приглашаем детей-инвалидов нашего Ленинского городского округа. Но сейчас, я считаю, что это наш гражданский долг. Мы организовали в преддверии такого замечательного праздника, как «Защитника Отечества». Я считаю, что те бойцы, которые сейчас защищают нашу Родину, им нужно максимально уделять внимание. Поддержали проведение акции представители областного комитета по развитию семейного предпринимательства и организация «Союз семей военнослужащих России». Это благотворительная акция. Она направлена вот именно на патриотическое воспитание детей, отцы которых на СВО. Мы очень рады, что здесь пришло достаточно много людей. Надеемся, что наши подарки понравятся нашим воинам. Это очень важно, очень хорошо, что они приобщают к этому детей, молодое поколение, чтобы они помогали. Понимали, для чего они это делают. Вот сегодняшняя акция – это как бы вообще очень замечательно. После творческой части программы по оформлению открыток к 23 февраля ребята отправились на кулинарный мастер-класс. Дети с удовольствием вырезали фигурки из песочного теста при помощи формочек и с нетерпением ждали, когда их кондитерские шедевры будут готовы. Я желаю здоровья всем солдатам, чтобы когда они вернулись, они себя хорошо чувствовали и радовались своими детьми. Печенье и праздничные открытки вместе с продуктовыми наборами и всем необходимым будут отправлены в зону боевых действий в рамках очередного гуманитарного конвоя от Союза семей военнослужащих России. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.